До нас сьогодні завітали керівники жіночого клубу «Жіночна я» Катерина Романенко та Антоніна Чапчай. Вітаємо вас, дівчата! Здравствуйте! Ви вже неодноразово приходили до нашої студії, розповідали про діяльність вашого клубу, але хочеться нагадати нашим телеглядачам, в чому ж взагалі основа роботи клубу «Жіночна я»? Женський клуб «Женственное я» – це прежде всего пространство для раскрытия внутреннего потенциала. Это место для саморазвития и творчества. Также это уютное место для общения, обмена энергиями, обмена опытом. И да, для души такое вот место хорошее. Ми хочемо заздалегідь попередити наших телеглядачів, що вони можуть отримати сертифікат на одну з наступних ваших зустрічей, просто зателефонувавши за номером, який вони зараз побачать на своїх телеекранах. Чекаємо на ваші дзвіночки, а поки ви набираєте номер телефону, пропонуємо далі поспілкуватися про діяльність клубу «Жіночна я». Да, мы хотим рассказать о том, что в прошлом году у нас уже состоялось 16 таких теплых, прекрасных встреч с участницами нашего клуба. Вот среди них были различные мастер-классы по рукоделию, по здоровому питанию, по обучению женственной походке. Вот также состоялось много лекций и семинаров на различные темы по психологии, по семейным взаимоотношениям. У нас появилось очень много поклонниц вот, и в соцсетях, вот, девчонок, с которыми мы общаемся. Всем очень-очень нравится посещать наш женский клуб. Мы надеемся, что в этом году у нас будет еще больше таких теплых встреч, новых приятных знакомств. То есть мы с радостью ждем всех на наших встречах. Дівчата, хотілося б дізнатися, як обираєте теми для ваших зустрічей. Зрозуміло, що тематика має бути одна – це збільшення жіночності у кожній з ваших учасниць. Але як обираєте саме профіль спілкування? Ну, наверное, как настоящие женщины по интуиции. Все интуитивно. Да. В прошлом году также мы еще провели благотворительную акцию для дома малютки «Красное солнышко». Вот, то есть, ну, это тоже был такой, наверное, позыв души. Мы собирали средства на приобретение необходимых товаров для деток, тоже кто мог, приносил вещи, игрушки. Вот все это мы вместе собирали, потом приезжали еще с такой развлекательной программой к деткам. В этом году мы хотим еще раз провести такую акцию, но уже немного по-другому. Вот Катя расскажет. Да, мы перед Новым годом начнем анонсировать благотворительную ярмарку. На самом деле у каждой из девочек дома очень много разных вещей, аксессуаров, предметов для быта, для красоты, которые даже, возможно, она уже и не использует, они ей уже отслужили. И вот мы приглашаем всех участниц принести их и прийти также с целью, возможно, найти что-то для себя. Мы будем брать свободную плату за эти вещи, и эти деньги пойдут на помощь дому малютки. У якому направленні можна приносити речі, тому що все ж таки хочеться звузити цей пошук, що можна до вас принести на аукціон? Це можуть бути і украшення, і рамки для фотографій, вази, і якісь предмети одежди, аксесуари. Все, що може сподобатись жінці. Як проходитиме аукціон, чи як можна стати учасником цього аукціону і допомогти саме цим аукціоном, придбавши одну з цих речей, допомогти дітлахам? Мы будем анонсировать эту встречу так, как мы всегда анонсируем наши встречи, которые проходят два раза в месяц, по субботам с 4 до 6. Вот. И в соцсетях можно будет непосредственно узнать, когда будет проходить ярмарка, на каких условиях. Вот. Так вот, как, например, 30 сентября у нас уже состоится первая встреча. Вот. Она будет посвящена тренингу, который называется «Найди свои ключи к гармонии». Девчата, я уже треба шукати ключи до гармонии. Об этом нам расскажет арт-терапевт, психолог Алла Кравченко, очень гармоничный и творческий человек. Вот, мы будем рисовать, будем говорить, общаться, делиться опытом, и, конечно же, у нее мы очень многому сможем поучиться. Поэтому будет очень интересная встреча, и мы всех вас приглашаем 30 сентября в 16:00 в Центр Сердца Востока. Антоніно, я пам'ятаю нашу першу з вами зустріч, коли ми анонсували перший марш жіночності у нашому місті, і після цього з'явилась діяльність вашого клубу. Yes. Ось впродовж цього часу, наскільки змінилося ваше уявлення про цей клуб? Чи все так, як ви з самого початку планували, так воно і працює? Чи, можливо, з'явилися якісь нові доробки?
Конечно, появляются постоянно новые идеи, потому что каждая девочка, каждая участница что-то привносит с собой в наш женский клуб. И мы стараемся прислушиваться каждой вот из девочек. И согласно этому строим наши дальнейшие планы, вот, цели и встречи. А у всех на вас впливає робота клубу, чи дає вам якісь нові звершення? Ну, понятное дело, что новые знакомства, какое-то приятное общение, позитив, это только благотворно влияет и на развитие мое личное, вот, и на общение. Появляется много новых друзей, возможностей. Вот. Катерина, а ось як на вас впливає робота клубу? Тому що зараз ви, можна сказати, приклад того, як дівчата, займаючись у клубі «Жіночна я», займаються самозвершенням, самоідентифікацією, як жінки. Тож поділіться своїми враженнями. На меня влияют очень сильно наши встречи в плане саморазвития и работы над собой, прежде всего. Улучшаются отношения с родственниками, потому что у нас очень много проходило тренингов, посвященных вот теме общения, там, любви. Также, конечно, я становлюсь богаче внутренне, потому что мы очень много можем почерпнуть из наших творческих мастер-классов и многому научиться. Вот, расширяем свой кругозор, учимся делать многое своими руками. Вот, я думаю, каждая участница тоже это ощутила уже на себе. Ось щодо ваших учасниць, на ваших очах, я розумію, змінюється стиль жінки, тому що у вас, дівчата, я, як пам'ятала, ви приходили завжди жіночні, завжди від вас була енергетика справжньої жінки-берегині. А ось ваші учасниці, які тільки хотіли до себе це привити, чи виходить у них? Конечно, мы видим тоже результаты наглядные. Вот как вы сказали, Инночка, в прошлом году у нас был флешмоб женственности, с которого все началось. А в этом году мы снова его проводили, и приходили участницы нашего женского клуба, которые с радостью уже одевают платья длинные, юбки, приходят красивые, с цветами, раскрывают свою женственность, свою истинную природу женскую. То есть мы видим, что работа нашего женского клуба приносит в жизни девушек что-то такое позитивное, хорошее, им это нравится. Я пропоную нагадати нашим телеглядачкам про наступну вашу зустріч, чому вони можуть навчитися, і, можливо, поділитись планами на наступні зустрічі, щоб наші дівчата знали, які майбутні знання на них чекають. Да, от перша зустріч у нас в цьому сезоні 30 сентября, як ми вже сказали, тренінг з елементами арт-терапії «Найди свої ключі к гармонії». Далі у нас планується інтересний майстер-клас по изготовлению заколки из фоамирана. Такой вот интересный материал. Это будет заколка в форме цветка. Можно ее в волосы, можно как брошь использовать. Удивительная мастерица. И ну, очень красивая сама работа получится. Также у нас планируется тренинг по женской самооценке, что, я думаю, очень актуально для многих женщин. Потом мастер-класс по здоровому образу жизни, внутренняя кухня. Будем учиться здоровью, здоровому питанию, очищению организма. Также будет мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки. Потом по плетению мандал и расстановке на тему женственности. Мы узнаем, насколько мы женственны и как нам стать еще более женственными. Дівчата, я бачу, що у вас, звісно, графік насичений, є чому повчитися. І найголовніше, що дійсно є, з якого матеріалу допомогти жінкам зрозуміти, в чому основна жіночність, як відчувати себе справжньою, сучасною жінкою. Дякуємо вам. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії «Нового дня» сьогодні завітали керівники жіночого клубу «Жіночна я» Катерина Романенко та Антоніна Чавчай. Я раджу вам, дорогі мої телеглядачки, завітати до їх клубу, на їх зустрічі, приєднатися до аукціону допомоги дітям із дитячого будинку, тому що те, що ви робите, дівчата, це дійсно важливо.